Православный календарь. Седмица седьмая по Пятидесятнице. Пятое августа, понедельник. День Почаевской иконы Божией Матери. Шестое августа, вторник. День мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба. Во Святом Крещении Романа и Давида. Седьмое августа, среда, день постный. Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Восьмое августа, четверг. День преподобного Моисея Угрина, Печерского. Девятое августа, пятница, день постный. День великомученика и целителя Пантелеимона. Десятое августа, суббота, день Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Отегитрия, путеводительница. Одиннадцатое августа, воскресенье, Рождество святителя Николая, архиепископа Мирликийских. Православный телеканал Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!